Очередной раз здорово. Интеллектуальная элита Баршлет. У меня не записалось видео, которое я делал по поводу билда, поэтому я переспешу его еще раз, могу где-то накосячить. Начинаем, как обычно, с шоу-кейса дамаги. На кукле не очень удобно это все показывать, потому что, во-первых, у меня заедает мышка. Мне просто тупо не прожимается она иногда, да, вот видите, такие стопы бывают. Ну, короче, вот дамаг сейчас выглядит как-то так. Он спайкуется, может достигать. Разгонял до сотки, это в МФ-петах, в домашних до 200, если кого-то вы там встречаете. Это ББ-кошка. Быстренько пройдемся по пассивкам. Тут у нас Godus Hunting. С такими пассивами я скину, прикреплю код, сможете все посмотреть в игре. Blade Runner и Ronin. Здесь важно сделать уточнение. Вот эта пассивка трейдов работает в два раза лучше, если ваша сила равна вашей дексе. По Тетрису первый попавшийся педигри с Fallen Leaves. Большой буст по дамаге, практически 50 мора, потому что у нас нет один, ну, у нас вепон дамаги как таковой нет. А мусорные таблички, которые накрафчены просто с пола. Никаких специализированных модов нет, можете менять на что хотите, вам все будет нормально. А релики. Тут релик, который не поменяется вообще никогда, на нем топовые моды, я его выбил сегодня. Бабочку тоже выбил, на нее есть прототип, это разница 20% мора, но прототип ничего не стоит, можно начинать с него, потом самим пофармить Black Sail и будет все хорошо. На этих memory вот additional damage, по сути из-за того, что у нас 70 стаков сталкера, это 28 мора. И тут то же самое, второй стат, либо крит, либо еще что-то, в зависимости от того, что найдете. Дерево выглядит так. Гир. Шапка скинута с Тей, которая пока не удалась. На ней мы просто ищем максимальное количество ЕС, аура эффект, там что-нибудь еще. Спеллбурст не надо. Билдообразующий Broken Sun Ring, который дает нам кучу дамаги. Как крафтить такие легендарки, я рассказал в другом видео, оно уже на канале. Lifehunter Belt, который дает нам много ЕС за счет лайфа. Очень крутой, очень хороший, но можно поменять на рарный или на какой-нибудь другой. Кольцо помойка, ради курсы взято, все остальное просто так накинуто. На сварде основные это крит, гиратак спид, крит дамаг. У нас все это хорошо, все дает нам дамаг. Никакой флет нам не нужен из-за цикады, собственно. Второй билдообразующий уник. Очень важно для понимания, что это не физовая кошка. Она намажет чисто элемом. Весь элем у нас берется вот отсюда. Эти 12% макс энерджи шилды у нас дает каждого элементального дамаги. Получается, при наших 16к еса это 3900 флоты по дамаге. Как крафтится это же, также рассказал в том видео. Перчатки тут был Фервер Т0, он был успешно съеден Гир Энерджи Шилдом, поэтому можете не обращать внимания, делайте сами что-нибудь получше. Валенки с самым лучшим модом Дефлекшеном, также ищем ЕС, Аур Эффект, потому что от Мув Спиды у нас скалируется дамаг у кошки. Это кольцо тоже снято с Тей, в принципе, ничего особенного, закрывает резисты. И мы используем щит, а не второй меч, потому что на нем лучшие статы, и нам, собственно, нужен второй сворд. По скиллам. Берсерка Блейд, такими саппортами. Compound Sword с Activation Medium на Life, с высоким роллом, чтобы вот у нас юзался сразу, как только мы начинаем проседать по ХП. Spiral Strike у нас довольно хороший саппорт под дамаг, потому что в нем Марка, периодик бурст и наша форточка. Fearless Far Cry я юзаю вместо Булраги. Дамаги может чуть меньше, но на мапах удобнее, потому что прокает чаще. У него меньше КД. Fixate. Тоже отличная дамажная кнопка. Fearless для дамаги. Energy Fortress для сустейна для дамаги.
Свифт нас для молодой спиды не придумал, что еще можно вместо него запихнуть. И Elemental Resistance. Ну, сами понимаем, для чего. Свечки просто я взял рандомные со стип-страйками. Тут тоже немножко стип-страйка и additional damage taken, чтобы жильца аура эффекта. Шоукейс будет на 8,2. То есть, как вы видите, я бегаю с компасами, бегаю рандомные моды. С MFPET-ми все закрывается замечательно. Давайте сразу возьмем кутерку, чтобы себе голод. Все мапы, считай, идут под Goddess of War, чтобы было быстрее бегать, лучше чистить. В общем, всем рекомендую. Чар довольно живучий, конечно, случаются рандомные ваншоты, но не так часто, как это ожидают люди, когда разговор заходит про кошку. На мапах дамажить гораздо более приятно, нежели в манекен, потому что вы все время мугаетесь, у вас все время есть стаки, и все вообще у вас замечательно. Дальнейшие планы на кошку — это перегнать ее в фервер стак, оставив с цикадой. Я займусь, собственно, завтра, там уже часть шмота я заготовил, хотя там такого много дерева поменяется. Начинать с этой кошкой можно просто, лутав любую рандомную цикаду, сделав себе какое-то количество ЕСа, и вы уже можете уничтожать условные там 7-2, не обращая внимания на мобов. Видите, какое АУЕ, в принципе, экранное. Можно поставить приз АУЕ в линке, оно тоже будет вам давать дамаг за специфики скилла Berserk Blade. Я не знаю, конечно, может, не самый фантастический дамаг, но тем не менее, его в глазах хватает, чтобы 10-8-2, дальше будет лучше, больше. Также надо сделать нормальный тетрис, который я, скорее всего, буду делать в офлерс сетап. Если у вас есть какие-то вопросы, вообще не испытывайте никаких проблем, чтобы их задавать. Огромное спасибо за ваши комментарии, лайки и прочее. Увидимся в следующем видео, и всем хорошего лута, заходите на стримы.